Как только мы вступили на территорию лагеря, немцы загнали нас в душевую, велели раздеться и пустили на нас струи ледяной воды. Это продолжалось долго. Люди падали на пол и тут же умирали. Потом нас выгнали во двор. Карбышев стоял недалеко от меня. Старый генерал, как всегда, был спокоен, его только бил сильный озноб. Он что-то горячо и убедительно говорил окружающим его русским. Они внимательно слушали. В его фразах я уловил несколько раз повторяющиеся и понятные мне слова. «Советский Союз». Генерал Дмитрий Михайлович Карбышев, уроженец города Омска. О подвигах и заслугах этого человека сегодня вразумительно рассказать смогут немногие. Его имя, конечно, на слуху, но в основном из-за большого количества названных в его честь улиц, площадей, установленных памятников. Но все это лишь осколки легенды о героическом омиче, судьба которого когда-то была известна практически каждому жителю нашей страны. Человека мужественного, талантливого, беззаветно любившего свою родину, с настоящим русским характером. Биография Дмитрия Михайловича Карбышева, изученная историками, пожалуй, лучше, чем какого-либо другого героя Великой Отечественной. И это неудивительно. К началу войны Дмитрию Михайловичу было уже 60 лет. Он носил звание генерал-лейтенанта инженерных войск, был доктором военных наук и профессором военной академии Генерального штаба. Будущий герой родился 26 октября 1880 года в городе Омске в семье Михаила Ильича, военного чиновника, и его жены Александры Ефимовны, урожденной Лузгиной. Карбышевы жили в центральном, лучшем тогда районе города, казачьем Форштате. С основания города жили Карбышевы. Это род большой был. Отец Карбышев, Михаил Карбышев, служил в интендантстве и приходил здесь на углу Гусарова современно и Гагарина. На этом месте стоял деревянный большой дом. Встретил девушку, поговорили, познакомились. Фамилия была Лузгина. И вскоре поженились. И он пришел сюда в примаки, как говорят. То есть здесь жила мать Карбышева? Мать Карбышева. И он такой более состоятельный. Они были. Когда в 1880 году родился Дмитрий в октябре месяце, его крестили в Воскресенском соборе. Тот, который известен, что здесь крестили. Врубеля, Анненко и в том числе и Карбышева. Дом, где родился Дима Карбышев, стоял на том самом месте, где сейчас находится мэрия. Это был большой старинный особняк из красного кирпича с узорчатым кованым козырьком. В 2005 году власти Омска облюбовали это место для новостроя. Чиновники посчитали, что купеческий особняк не является культурным наследием города и отправили дом под снос. Так родовое гнездо Карбышевых было уничтожено. Когда ему исполнилось 125 лет, его снесли в той же ночью, его снесли этот дом. И мы приходили с нашей, с его внучатой племянницей, Евгенией Николаевной Лузгиной, просили оставить дом. Он кирпичный был, хороший, может быть, сделать в нем приемную. Сейчас намерение общества малолетних узников фашизма и ветераны, и областные, и городские намерены установить в этом году на его там здании, где родился. Вот между этими окнами будет доска написана, что в этом доме родился патриот России, доктор технических наук Героического Союза Дмитрий Михайлович Карбышев. Мы это работаем все. Я думаю, это будет достойно памяти великого русского человека. Дмитрий был шестым ребенком в семье. Когда ему исполнилось 12 лет, отец умер. Детей воспитывала мать. Несмотря на финансовые трудности, она старалась дать всем своим детям хорошее образование.
Карбышев по происхождению сибирский казак. И его предки осваивали эту негостеприимную степь. Казак Иван Карбышев основывал укрепление Верны. И фамилия Карбышевых, она была известна еще, по крайней мере, с начала XIX века. И сейчас спорят о ее происхождении. Есть такая река в Омском районе, Карбуш, небольшой ручеек, и деревня Верхний Карбуш, вроде как она связана с именем Карбышевых. И, соответственно, не случайно, что всем своим предшествующей истории своего рода Дмитрий Михайлович был подготовлен к военной карьере, потому что идея верности Отечеству, идея служения Отечеству, она, конечно, была в семье Карбышевых всегда. В 1891 году Дима Карбышев поступил в Омский кадетский корпус. Но военное учебное заведение мальчика приняли не сразу. Дело в том, что его старший брат Владимир состоял в революционном кружке при Казанском университете вместе с еще одним молодым радикалом Владимиром Ульяновым. Когда заговорщиков разоблачили, будущий вождь революции отделался лишь исключением из университета. А вот Владимир Карбышев оказался в тюрьме, где впоследствии и умер. Семья тогда находилась под надзором полиции, и в учебе за государственный счет Дмитрию было отказано. Однако, несмотря на клеймо неблагонадежного, как бы в порядке исключения, ему разрешили учиться в кадетском корпусе за свой счет. Отсюда начался его славный жизненный путь. Ведь его судьба уникальна с детства. Это был приходящий по оплате кадет. То есть этому мальчику нельзя было проживать и питаться в кадетском корпусе. Семья считалась неблагонадежной на тот момент. И поэтому ему приходилось 2 километра каждое утро идти на учебу, чтобы попасть в кадетский корпус. Вот здесь, наверное, сразу чувствовался его дух, его сила, его характер. В архивах учебного заведения часто встречается фамилия Карбышев II. Так по документам значился Митя Карбышев. А Карбышев первый был его старший брат Сергей, поступивший в корпус на 2 года раньше. Все 7 лет обучения Дмитрий был одним из первых по успеваемости, и сибирский кадетский корпус окончил с отличием. Тогда аттестаты были в 12-бальной системе. У нас из архивов есть справка аттестата. В общем-то, 11-12, ну, самый низкий балл – это был 9. Это был великолепный кадет, как его говорили, по успеваемости, талантливый мальчик. И его инженерные способности развивались уже в кадетском корпусе. Дмитрий Михайлович Карбышев для меня путеводительная звезда в моей военной карьере. Мы, кадеты, знаем его подвиг все дословно. Он служит для нас примером стойкости и мужественности. Мы очень гордимся им, и он был выпускником нашего сибирского кадетского корпуса. Мне кажется, это очень многое значит и для истории Омска, и для нашего корпуса. Сегодняшние кадеты хорошо знают биографию выпускника корпуса Дмитрия Карбышева. Многие из мальчишек даже стараются на него равняться. Thank you.
окончания кадетского корпуса Карбышев был принят в Петербургское Николаевское инженерное училище. Из всех военных специальностей он предпочел строительство укреплений и оборонительных сооружений. Тогда военно-инженерное дело стало его призванием. После окончания училища в 1900 году в звании офицера Карбышев был направлен на Дальний Восток, в 1-й Восточно-Сибирский саперный батальон, начальником кабельного отделения телеграфной роты. В составе этого батальона Дмитрий Михайлович участвовал в русско-японской войне. Тогда-то впервые ярко и проявился талант молодого офицера. Карбышев укреплял позиции, наводил мосты через реки, устанавливал средства связи, проводил разведку боем. И несмотря на неудачный для России исход той войны, Карбышев показал себя как высококлассный специалист, что было отмечено 5 боевыми наградами и чином поручика. Тогда, в конце 19-го, начале 20 века, рождалась война нового типа. С колючими проволоками, с пулеметами, с падением роли крепостей, с возрастанием роли полевых укреплений. И, соответственно, все то, что Карбышев делал в дальнейшем, оно закладывалось именно тогда. В русско-японскую войну Карбышев служил в телеграфной роте. Мы при слове «телеграф» представляем себе провода. Но это был немножко другой телеграф, это был телеграф оптический, который имел определенные станции с зеркалами. И вот в историческом архиве Омской области хранится рапорт о неизвестном ранее подвиге Карбышева в 1904 году, когда он, отправившись проверять вот эти телеграфные станции, связь которых была нарушена, обнаружил в тылу японцев полусотню казаков сибирского казачьего войска, которые остались без командира. И он, как старший по званию, взял на себя командование и ночью по японским тылам выводил их из окружения. Тогда это был достаточно неординарный поступок. И вот он вывел их из окружения и спас целых 50 казаков от японского плена, хотя это не входило в его прямые служебные обязанности. Это как раз показывает то отношение Карбышева к военной службе. Внимательный, отзывчивый Карбышев пользовался любовью и уважением у солдат. Однако частые беседы по душам с солдатами навлекли подозрения на вольнодумного офицера. Угроза предания суду по обвинению в свободомыслии и ведении агитации среди солдат вынудила Дмитрия Карбышева в 1906 году уйти со службы. Он работал дома простым чертежником. На гражданскую службу его не брали. Однако вскоре командованию хватило ума понять, что такими специалистами разбрасываться не стоит. И уже через год Карбышев вновь вернулся в армию. Русско-японская война и Первая русская революция, она также отразилась на судьбе Карбышева неоднозначно. В советских биографиях и в автобиографии Карбышев писал, что он был изгнан с военной службы за революционную агитацию, что его подвергли с офицерскому суду чести. Это действительно правда, но дело в том, что мне почему-то сейчас, 21 века, кажется, что Карбышев просто по-человечески разговаривал с солдатами. Почему-то тогдашнее правительство это посчитало революционной агитацией. Тем не менее, Карбышева фактически вышибли с военной службы, и он в 1906 году и в 1907 зарабатывал частной службой. Он чертил, как бы сейчас сказали, курсовые работы. Вот инженер-полковник Дагадин Владимир Максимович, который оставил замечательные воспоминания о Карбышеве, рассказывает о том, что когда в 1908 году они поступали в Николаевскую инженерную академию, то Карбышев чертил быстрее и лучше всех. После окончания военной инженерной академии по распределению Карбышев был направлен в Брест-Литовск. Там он принимал участие в строительстве фортов Брестской крепости, тех самых, в которых 30 лет спустя будут драться с фашистами советские солдаты. Его изобретение по сей день в нашей армии используется. Это тенета Карбышева,
В общем-то, по сей день вот это противопехотное заграждение из колючей проволоки – это его однокнопочный взрыватель. И, конечно же, как я всегда ребятам своим кадетам на экскурсии говорю, 7-й форт Брестской крепости. Ведь до Великой Отечественной войны стоял вопрос о разрушении Брестской крепости как ненужного фортификационного заграждения. Идея Карбышеву принадлежала сохранить, он же как говорил еще в молодости, «Брестская крепость послужит нашему народу». Так ведь и случилось. Целый месяц она сдерживала натиск немецко-фашистской Германии. Вот 7-й форт полностью восстановлен по чертежам Дмитрия Михайловича Карбышева. В мировую войну Карбышев руководил инженерными работами в армиях Юго-Западного фронта. В 1916 году был участником знаменитого Брусиловского прорыва. За боевое отличие под Перемышлем был произведен в подполковники и награжден орденом Святой Анны. Еще через год он был представлен к награждению орденом Святого Георгия и производству в чин полковника, но получить награды не успел. Фронт захлестнула волна революционных событий. В годы Гражданской войны Карбышев сражался против Колчака и Врангеля, руководил оборонительными работами на Восточном и Южном фронтах. Военный инженер Карбышев – человек необыкновенных дарований, изумительной работоспособности. Так отзывались о нем Куйбышев и Фрунзе. Саму революцию Дмитрий Михайлович принял без колебаний и отдал народу все свои знания, силы и боевой опыт. Позже, с присущей ему скромностью, в своей автобиографии Карбышев напишет. Во время Октябрьской революции находился в составе 8-й армии, которая большевизировалась. В ряды Красной армии вступил добровольно. Когда Карбышеву пришлось сделать в 1917 году нелегкий выбор, он этот выбор сделал. И он перешел на ту сторону, где с его точки зрения была большая часть русского народа. Наверное, как-то повлиял своими мыслями, участием в революционном движении, на образ мысли самого Карбышева еще в детстве. А потом, мне кажется, Карбышев, он был такой человек, который служил как бы народу. Понимаете, для него Россия была, это российский народ, который он любил, уважал. И мне кажется, что он вот и перешел на сторону красных, потому что ему хотелось, чтобы вот в нашей стране, в России, все было хорошо, чтобы народ жил, ну, как бы, не притесненный, а свободный и счастливый. После окончания Гражданской войны Карбышев, как талантливый теоретик и практик военно-инженерного дела, становится широко известен не только в нашей стране, но и за рубежом. С 1923 года он непрерывно ведет педагогическую и научную работу. Дмитрий Карбышев был преподавателем и возглавлял кафедру Военной академии имени Фрунзе, Военно-воздушной академии, Академии Генерального штаба. Написал около 100 книг и научных статей по разным отраслям военно-инженерного искусства. За плодотворную научно-исследовательскую деятельность Карбышеву были присвоены ученая степень доктора военных наук, звание профессора, а также воинское звание генерал-лейтенанта инженерных войск. Из Омска Дмитрий Михайлович уехал сразу после окончания кадетского корпуса. В родной город он всегда стремился, но побывать в Омске ему довелось лишь спустя 12 лет. В 1920 году Карбышев занимался восстановлением разрушенного во время Гражданской войны моста через Иртыш. Карбышеву тогда было поручено восстановление 8 мостов на Транссибирской магистрали.
И труднейшим объектом для него стал именно железнодорожный мост в Омске. Здесь всеми работами Карбышев руководил лично. Мост восстановили очень быстро, за что талантливый инженер получил от Реввоенсовета Республики в награду «золотые часы». Дмитрий Карбышев был невысокого роста, стройный, подтянутый, носил маленькие усы, закрученные на концах. Дмитрий Михайлович умел нравиться женщинам. Прекрасный пол привлекали его душевные качества, ум и мужское обаяние. Женился Карбышев дважды. Первая супруга была старше его на 6 лет. Детей им Бог не дал. Алиса Карловна была красавицей, хорошо вела хозяйство, но была очень ревнива. Их недолгая семейная жизнь закончилась трагедией. Карбышев должен был быть на командировку в Петербург, а жена ему устроила сцену ревности. Он сказал ей в сердцах, что он не возьмет в таком случае в командировку. Она выскочила в соседнюю комнату, схватила браунинг и начала стрелять в себя. Не суть важно в том, что произошло. Догань пишет: «Я помню лицо Карбышева, когда он опирался локтем на гроб жены». Подобного рода вещи, они, конечно, оставляют рубец в сердце на всю оставшуюся жизнь. Второй женой Карбышева стала Лидия Васильевна Апатская. Они познакомились на войне. Молоденькая сестра милосердия Лидочка однажды вытащила на себе с поля боя раненого капитана Карбышева. Так Первая мировая скрестила их судьбы. Она трогательно любила Дмитрия Михайловича всю свою жизнь. Спустя десятилетия Лидии Васильевне предстоит увидеть место гибели мужа в бывшем лагере смерти Маутхаузен, мысленно пройти его крестный путь. Смерти Лидии Васильевны в кармане ее халата обнаружили последнее письмо мужа из города Гродно, где он просит прощения за то, что уехал, не простившись с ней. Уж очень спешил. А у нее в квартире до последних дней висела маленькая иконка, которую она всегда помещала в чемоданчик Дмитрия Михайловича, когда собирала его в дорогу. В июне 41-го из-за поспешного отъезда Карбышева эта икона так и осталась дома. Великая Отечественная застала Дмитрия Михайловича на западной границе, где он выполнял служебное задание. В первый день войны, 22 июня, он активно включился в боевую работу, помогая наладить в инженерном отношении оборону города Гродно. На предложение командования уехать в Москву генерал Карбышев ответил: «Я солдат». А солдат в такой момент не уезжает и не бросает фронт. Августа 1941 года при попытке выйти из окружения Карбышев был тяжело контужен в бою у реки Днепр и в бессознательном состоянии попал в плен. С этого момента и до 1945 года в его личном деле будет значиться короткая фраза: «Пропал без вести». Авторитет Карбышева как военного специалиста был очень высок. Гитлеровцы еще до пленения генерала внесли его в список тех, кого впоследствии рассчитывали использовать на службе Третьему Рейху. Немецкое командование было убеждено, что Карбышев среди большевиков – человек случайный. Дворянин, офицер царской армии, он с легкостью согласится перейти на их сторону. Однако очень скоро нацисты обнаружили, что Карбышев – крепкий орешек. Генерал Карбышев был взят в плен в самом начале войны. Все считают генерала Карбышева крупнейшим ученым. Знания и опыт Карбышева весьма пригодились бы нам. Очень полезно, чтобы русские убивали русских. Ему предлагали генеральский чин и высокие посты в главном военно-инженерном управлении вермахта.
пост военного министра в новом русском правительстве и работу в специально созданной лаборатории. Но 60-летний генерал служить Третьему рейху отказывался и выражал твердую уверенность в победе Советского Союза. В марте 42-го Карбышева перебросили в офицерский концентрационный лагерь «Хамельбург». В нем велась активная психологическая обработка высокопоставленных советских офицеров с целью заставить их перейти на сторону Германии. Ради этого создавались самые гуманные и доброжелательные условия. Это один из особых лагерей. Здесь лучше кормят, чисто содержат. Это зона А. К Карбышеву приставили полковника Пелета. Этот офицер вермахта прекрасно владел русским языком. Более того, Пелет был сослуживцем Карбышева во время работы над фортами Брестской крепости. Пелет, тонкий психолог, расписывал перед Карбышевым все преимущества службы Великой Германии. Однако Карбышев вновь и вновь отметал все предложенные гитлеровцами варианты сотрудничества. Да, хватит. Я требую, чтобы меня отправили в лагерь военнопленных. Ваше последнее слово? Да. Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. Все пишут только о его мужестве, о его силе воли, которую никто не мог сломить, потому что, когда человеку предлагают жизнь, деньги и славу, то, наверное, ну, были же генералы, не будем называть их фамилии, которые сломались и которые перешли на сторону фашистской Германии. А Карбышев же, не сомневаясь ни одной секунды, сказал «нет». И что бы ни предпринимали, его слово не менялось. Когда попытки немцев склонить генерала на свою сторону оказались безуспешными, в лагерь, где он содержался, пришел документ с резолюцией. Направить в концлагерь Флоссенбург на каторжные работы, не делать никаких скидок на звание и возраст. Так для генерала начался страшный путь через фашистские концлагеря, где скидок не делали никому. Пленный генерал по 16 часов работал в каменоловнях, подвергаясь издевательствам гитлеровских надсмотрщиков. Его били, пытали, морили голодом. Но и здесь давал о себе знать стойкий русский характер. Один из советских пленных потом вспоминал, что Карбышев умел поднять настроение даже в самые тяжелые минуты. Когда пленные трудились над изготовлением могильных плит, генерал заметил: «Вот работа, доставляющая мне истинное удовольствие. Чем больше надмогильных плит требуют от нас немцы, тем лучше, значит, идут у наших дела на фронте». Самолеты, ребят! Наши! Наши, товарищи! Карбышева переводили из лагеря в лагерь. Условия становились все более жесткими, но сломить его не сумели. В каждом из лагерей, где оказывался генерал, он становился лидером духовного сопротивления врагу. Его стойкость придавала сил и тем, кто оказывался рядом. Когда в 45-м советские войска вступили на территорию Германии, исход войны стал очевиден даже убежденным нацистам. У гитлеровцев не осталось ничего, кроме ненависти и желания расправиться с теми, кто оказался сильнее их, даже будучи в оковах и за колючей проволокой. Мы понимали, что доживаем последние часы. В это время гестаповцы стали поливать нас потоками ледяной воды. Кто пытался уклониться от струи, тех били дубинками по голове. Сотни людей падали, замерзшие или с размозженными черепами. Я видел, как упал генерал Карбышев. Бодрей, товарищи, думайте о родине, и мужество не покинет вас. Майор канадской армии де Сен-Клер, ставший свидетелем смерти Карбышева, рассказал, что последние слова генерала были обращены к тем, кто разделял вместе с ним страшную участь.
С рассказа канадского майора и начался сбор сведений о последних годах жизни генерала Карбышева, проведенных в немецком плену. Августа 1946 года за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне, генерал-лейтенанту Дмитрию Михайловичу Карбышеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В 1948 году на стене плача лагеря Маутхаузен была открыта мемориальная доска Дмитрию Карбышеву, а в 1962 году на территории австрийского мемориала установлен памятник пленному генералу. Надпись на гранитной плите сделана на двух языках – русском и немецком. Дмитрию Карбышеву – ученому, воину, коммунисту. Жизнь и смерть его были подвигом во имя жизни. Советский скульптор Владимир Цыгаль выбрал материалом для памятника белоснежный, почти прозрачный мрамор, подобный плывущему в океане айсбергу. Этот выбор тогда был не случайным. Советские газеты одна за одной начали печатать воспоминания бывших узников Маутхаузена, которые рассказывали, что лично видели, как генерал Карбышев медленно покрывался льдом и при этом не переставал повторять «Родина нас не забудет». Причина появления таких версий объясняется просто – из пропавших в годы Второй мировой войны 83 генералов только 26 погибли в немецких застенках. Остальные были депортированы в Советский Союз. Из них 32 были репрессированы. На этом фоне Сталину нужен был сугубо положительный образ пленного советского генерала. И здесь страшная легенда о Ледяной горе оказалась как нельзя кстати. Карбышева увековечили и на его родине. На здании Омского кадетского военного корпуса, где он учился, установлена мемориальная доска. Именем Карбышева в нашем городе названы железнодорожная станция, улица в Ленинском округе, техническая школа Расто, двухпалубный теплоход, оздоровительный лагерь, детский дом Тари. На сцене Омского драматического театра в свое время с большим успехом шел спектакль «Так начиналась легенда». А в 2012 году в Омском музыкальном театре состоялась премьера балета «Карбышев» на музыку Шостаковича. Памятник Дмитрию Карбышеву в Омске был открыт в 1961 году. В сквере, носящем его имя, на высоком гранитном постаменте установили бронзовый бюст. Позади памятника – стена из 8 гранитных плит. На ней золотом высечена надпись «Генерал Дмитрий Михайлович Карбышев, уроженец города Омска. В годы Великой Отечественной войны проявил исключительное мужество и стойкость в борьбе с врагами». Музеи Омска бережно хранят экспонаты, связанные с именем Героя Меча, многие из которых были переданы в музейные фонды родственниками Дмитрия Карбышева. Это архивные документы, семейные фотографии,
личная переписка с женой и старшей дочерью Еленой. Он очень любил и заботился о своих детях. Мы показываем его самое последнее письмо, которое его родные получили 15 июня 1941 года. У Дмитрия Михайловича было трое детей. Младшая дочь Татьяна и сын Алексей стали экономистами. А вот старшая дочь Елена пошла по стопам отца и выбрала профессию военного инженера. Она стала первой девушкой-курсантом военно-инженерной академии. Она была любимицей Дмитрия Михайловича. В своих письмах отец нежно называл ее «Аленушка» или «Ляля». Они были друзьями, делились друг с другом самым сокровенным. Отцовские письма Елена хранила всю жизнь и как большую ценность даже вынесла из блокадного Ленинграда. Елена Карбышева была мотором и душой всесоюзного карбышевского движения, зародившегося еще в начале 60-х. Во многих школах тогда были созданы музеи Карбышева. Пионерские дружины боролись за право носить его имя. Между школами разных городов и республик завязалась переписка. В практику вошли слеты карбышевцев, в рамках которых проводились фестивали художественной самодеятельности, спортивные соревнования, экскурсии. У всех карбышевцев есть общие традиции. 26 октября, в день рождения Дмитрия Михайловича, и 18 февраля, в день гибели, во всех карбышевских школах принимают лучших ребят в юные карбышевцы. Отмечают школьники и 21 января, день инженерных войск России. А с 2011 года в школах проходят карбышевские чтения. В 1965 году был уже первый карбышевский слет, где мы, наша школа, была представлена на первом слете. В 2012 году я возила детей в Волгоград. Это был уже 24-й слет. На протяжении более полувека традиция сохраняется, и карбышевское движение очень велико и в нашей стране, и за ее рубежами. В Омске дочь генерала Елена Дмитриевна всегда посещала школу номер 90, где с 1962 года существует военно-исторический музей. Эта школа тоже носит имя Карбышева. Ученики занимаются изучением биографии героев Отечественной войны, их славного жизненного пути. Накануне 70-летия со дня гибели Дмитрия Карбышева возле памятника герою старшеклассники несут вахту памяти. А о подвиге генерала Карбышева здесь знает каждый ученик. Герой, ученый, патриот своей родины. Он всегда говорил: я родиной не торгую. Если бы этот человек попал бы не в те руки, то, я думаю, ход войны бы изменился очень сильно. 18 февраля, в день гибели героя меча, школьники и ветераны принесут к монументу живые цветы. Прочтут стихи, посвященные Карбышеву. Еще раз вспомнят о подвигах талантливого военного руководителя, который всю жизнь преданно служил своему отечеству. В юности у Дмитрия Карбышева была мечта. «Хочу найти свою звезду», – рассказывал он друзьям. У каждого человека в жизни должна быть своя путеводная звезда. И эта мечта сбылась. Одна из малых планет Солнечной системы сегодня носит имя Карбышев. А подвиг генерала с настоящим русским характером является путеводной звездой новым поколением.